Как любительница, которая играет в футбол, скажите пару слов, ласку, впечатление от матча. Я считаю, что вы лучший игрок матча, а в двух голах абсолютно вашей вины нет. Так, мне очень понравилась игра, спасибо большое нашим соперникам. Я, конечно, не вратарь, я нападающая, но так как мы лишились вратаря, сегодня я действительно рада за игру, я благодарна своей команде за то, что они боролись. Ты лучше, Анастасия. Честное слово, ты лучше. Вот, скажи, как тебя зовут? Меня зовут Анастасия Боцман. Буцева? Боцман. О, ну, хорошая фамилия. Но игра немножечко оправдывает. Все. Большое спасибо, не смею задерживать, не смею морозить. Спасибо.